Самое главное сегодня было взять 3 очка. Результата мы добились положительного, но, конечно же, по содержанию игры у меня есть, конечно, большие вопросы к команде. Считаю, что все-таки, наверное, в первую очередь моя вина, то, что не смог донести до футболиста, что на одном классе сейчас, или, можно так сказать, на одной ноге никого не обыграешь. И, может быть, ребята посчитали, что ту команду, которая находится на дне турнирной таблицы, можно обыграть, играя, условно говоря, в 20% своих возможностей, конечно же, это недопустимо. Мне понравилось, как я уже сказал, по содержанию мне сегодняшняя игра, но выиграли. Конечно же, уже звонок прозвенел, если не ошибаюсь, был на 4-й или на 5-й минуте, когда игроки «Факела» создали голевой момент, попали в штангу, если не ошибаюсь. Да. Но удачно то, что мы сумели забить гол. Саша Харитонов забил такой важный в начале игры тоже гол. И считаю, что все-таки могли мы в первом тайме закрывать игру. В первую очередь, конечно же, касается наших нападающих, которые имели 100% моменты. Если не ошибаюсь, 2 или 3 момента было для того, чтобы в первом тайме уже закрыть игру. И во втором тайме чувствую себя более-менее спокойно. В итоге концовка нервозная для всех, для тренерского штаба, для футболистов. Так, конечно же, я еще раз повторюсь, нельзя. Но как бы то ни было, забрали 3 очка. Я считаю, что можно теперь готовиться уже к следующим играм, конечно же, сделав определенные правильные выводы.